Бум! Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать! Мы продолжаем играть в Plants vs. Zombies 2, либо же Растения против зомби, вторая часть. Поехали! Значит, что ж, сегодня мы отправляемся в мир приключения, ну, в принципе, как и всегда, и продолжаем бороздить мир Юрского болота. Значит, сегодня мы будем открывать новое растение. Как я припоминаю, да, скоро будет первобытная картофельная мина. Это будет очень круто. Значит, сегодня дойдем примерно до 26 уровня. Так, погнали, 21. Значит, у нас уже хардкорные уровни. Тут уже, так сказать, не забалуешь. Поэтому придется тут очень хитро действовать. Так, значит, зомби-хулиганы на, короче, на болоте пользователь Дэйв. И первобытные... Какой-то шутер, то есть... Стоп. Погоди, они чем-то будут стрелять? Так. А чё с Гаргантюа? Типа, они... стукаются задом? Я не знаю, дорогие друзья, я вот хреновый переводчик, но... Опять же, можно понять, что... Чё-то какой-то новый зомби, да, и вот он, короче. Типа, как Гаргантюа, но не Гаргантюа, но мощные. Вот-вот-вот он тут стоит. Блин, конечно же, вся свора динозавров пришла сюда помогать зомбям, но у нас есть специальный гриб, который мы будем использовать в каждой серии, в каждом уровне, пока будем проходить мир Юрского болота. Так, окей. Мне, в принципе, нравится раскладочка, дорогие друзья. Вот с этой тактикой вообще почти не проигрышно. Потому что тут у нас есть он. Супер крутой арахис, который стреляет. То есть нам, представляешь, нам даже горохострел не нужен. Поставил арахис, он и защищает, и стреляет. Это просто очень-очень классно. Ой, так, выдвигается этот тип. Бесячим. Так, погнали. Он у нас аж 3 уровня, дорогие друзья. Так что все здесь будет круто. Сейчас мы этого типка отделаем. Я этих помню, первобытных клоунов, с арены. И... Так. Блин. До свидания. Так и вот, эти первобытные клоунады как раз вот нам не давали проходу на арене. Очень раздражающий зомбак. Так... Стоп. А можно назад тебя? Вот так, отлично. Так, можно даже подускорить процесс, чтобы поскорее вот высадить всех арахисов. Так, сейчас откуда попрет? Ой-ой-ой-ой-ой, так. Спокойно, так. Отлично. Так, этих назад. Отлично. Так, спокойно. Так, короче, вот так, этим ветродуйкой. Так, спокуха. Блин, какие напрягающие зомби. Так, погнали. Вот реально, вот этот орешек, это просто вещь, вот этот арахисовый. Так, есть. Так, давай-ка вот так, и вот так. Все, уничтожаем. Ты посмотри, блин, налетели. Просто, черт подери, налетели. Так. Да, я надеюсь, там сейчас динозавр разберется со всем этим делом. Так. Давай вот так. Блин, выгрызли. Все-таки выгрызли. Прогрызли тут везде и всюду. Так. Что делать? Ладно, предлагаю, короче, вот этим ветродуйкой сейчас всех отогнать. Так, если успеем. Так, вот здесь вот как-то заменить, что ли. Так, отлично. Назад. Вот
Он реально действует как горохострел, понимаешь? Еще на третьем уровне у него это все ускорилось, и он просто реально крутой. Он как горохострел с двумя горошками, вот этот. Типа старший брат нашего первого горохострела. Так, давай, все, это уже предфинальные потуги, давай уже, все, давай, убивай. Этот динозавр, кстати, вообще прикалывает. Вот этот динорекс фиолетово-зелененьким. Такс, давай назад. Все, бах, круть. Так, ну что же. Выигрываем и едем дальше. Я надеюсь, нам встретятся какие-нибудь интересные уровни, дорогие друзья, где мы будем что-нибудь по рулетке там играть. Ну, типа, либо за нас... если выберут растения, это будет не очень хороший уровень. Я такие не очень люблю. Будет круто, если... Типа, нам дадут солнышки, и мы уже сами выберем растения и все расставим. Погнали. Гаргантюа, черт! И там этот еще первобытный... Ай, с костью, короче. Я не знаю, у них тоже своя мода, как ты можешь заметить. Какая-то кость, типа, в бороде. Ну, наверное, что-то грыз, и она там у него застряла. Хотя, может, он и специально это сделал. Так, давай-ка попробуем взять что-нибудь такое необычное. Вот, например, вот этот гриб... магический, который будет отправлять зомби назад. Вот это реально будет необычно. Так тут за нас все выбрали. Во, смотри, 3000 солнышек. Так, тогда мы немножко сейчас изменим тактику. Возьмем каких-нибудь бонгс-чоев. Так, возьмем, наверное, может быть, вот этого уберем. Возьмем вот так. Ну все, поехали. Тут я вообще, дорогие друзья, не волнуюсь. Так, возможно... Вот так, сейчас посадим здесь. Вот так. Мы, в принципе, должны справиться со всем этим делом. Так, Бонгс Чойп, я не знаю, вот как именно, может, спереди? Блин, пожалуйста, солнышки. Я надеюсь, вас хватит. Я надеюсь, солнышек хватит на все про все. Так, отлично. Так, предлагаю сюда еще вот этих разместить. И, наверное, еще вот тут. Хотя не, давай, чтобы вот если зомби сюда прорвется, короче, мы его чуточку запутаем с помощью чесночка. Так, есть, погнали. Все, должно быть просто мощно. Так, все, динозавры выдвигаются. Так, ну посмотри, в принципе, мы этих зомби даже очень-очень хорошо грохаем. То есть, смотри, сейчас вот зомби какие-нибудь, если вот подойдут, то мы быстренько их отделаем бонгс-чоем. Так, предлагаю ускорить. Тут, кстати, какой-то странный уровень, как можно заметить, почему-то нет... флажка, вот, те зомби, короче, непонятно, ну, вот, знаешь, флажок, типа, финальная волна зомби, стоп, давай-ка вот так, офигеть, а чё они так прогрызли, вот это напряг, вот это реально напряжненько, так, погоди-ка, давай-ка вот так, чих, так, отлично, вот, блин, там эти... пожалуйста, бонгс-чой, давай, есть! Ты красавчик. Вот самое крутое то, что орех у нас восстанавливается. Так, тут жрет. Так, блин. Плохие дела. Так, я надеюсь, сейчас бонгс-чой среагирует, и там гаргантюа. Так. Вот. Твою налево! Давай его! Бах! Блин. Я надеюсь, мы сможем выжить. При такой жесткой волне.
в принципе, для первого раза неплохая оборона, а потом уже все. Как бы, ну блин, ну понятно, сейчас Гаргантюа дойдет. Так. Гаргантюа, конечно, тут вот именно в этой. То есть в этом уровне им. Фу ты, то есть. В самом в этом мире юрского периода он самый жесткий. Так. Давай, уже давай, убивайте, убивайте. Блин. Так, подускорим сейчас процесс. Так, я думаю, вот так. Отлично, отлично, отлично. Так, смотри, сейчас предлагаю... Вот так. Сейчас он перейдет сюда. Так, и вот так. Все, давай, быстрее, 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 быстрее. Ну, пожалуйста, последний зомбак. Последний зомбак. Сейчас вот Бонкс Чой до него доберется. Давай, бах, 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 бах. Есть, все, шикарно. Так, проходим. Ну, круто то, что у нас остались растения. Это, знаешь, я уж думал, ничего не останется. Так, все. Будем сейчас получать, дорогие друзья, картофельную мину. Так, значит... пользователь Дэйв, я зафиксировала первобытную потатовую мину. Так. Значит, палеолитный... Чего-то тут окей. Типа палеолитная версия картофельной минки. Да, о, картошка. О, я чего я люблю, короче, вперед. Погнали. Все отлично. Так, выдвигаются, конечно же, все динозавры. Так, тут зомбей чуть поменьше. Ну вот, динозавры, блин, это напряг самый. Блин, напряг, напряжный, и вот минка. Так, предлагаю убрать, значит, Бонкс Чоя, взять первобытный подсолнух. И, кстати, давай-ка его сейчас проапгрейдим. У нас второй уровень. Так, значит, что у нас тут, морковка? Хм. Я бы что-нибудь, правда, бы сменил. Вот взял бы и сменил бы просто на что-нибудь другое. Но тут такие мощные зомби, что тут так просто, знаешь, не возьмешь, не сменишь растения. Как бы тут уже по особой тактике приходится играть. Возможно, можно, смотри, что взять. Вот, вот этот. Вот этот. Все, поехали. Вот этот горохострел будет классный. Я думаю. Так... Главное сейчас, чтобы подсолнухи работали хорошо и выдавали прекрасные солнышки. Так, отлично. Так, этого зомбя сейчас мы не будем сейчас прям убивать. В первую очередь, хотя давай-ка сейчас минку тут разместим. Так, картофельная минка. Блин, я тебя обожаю. Вот картофельная минка самая крутая, дорогие друзья. Особенно на аренах. Так, спокойно. Так, погоди-ка, погоди-ка, погоди-ка. Назад, 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 назад. Так, динозавр, разберись с этим зомбем. Он меня очень сильно беспокоит. Так, солнышки. Так, ну, картофельная мина, ну, просто на ура справляется. Ну, ты видел ее взрыв? Просто вот этот взрыв, ну, самый крутой. Так. Подожди, подожди, давай, давай. Да не, да... Да куда он? Куда он? Куда он так топает? Так, вот так, все. Отлично. Так, предлагаю вот тут где-нибудь картофельную мину разместить. Так, давай. Вот этого надо зомбя быстро убить. Да, ну ё-моё, так нечестно.
Вот так реально нечестно. Так. Вот то, что, понимаешь, они вот берут, относят этих зомби сюда. Блин, это очень мешает. Конкретно мешает. Да блин, а куда он там жрет? Да куда он там жрет? Так, давай-ка вот бах, бах, давайте, взрывайтесь, взрывайтесь, мины картофельные. Да почему вы там разместились, ту ё-моё? Тут уже нет газонокосилки, когда это я успел так налажать-то тут? Блин. Ну что за дела, блин? Так, давай. Ай, не сработало нормально. Так, спокойно. Если вот этот сейчас динозавр начнет их подталкивать, это будет очень нехорошо. Так, вот так. Есть. Отлично. Так, назад. Держимся. Главное вот этот проход караулить, где нет газонокосилочки. Так, спокойно, что-то они там очень слишком разошлись. Так, спокуха, спокуха, спокуха. Давай, Минка. О, хотя, блин, она не успевает даже зарядиться. Так, давай назад. Капец. Так, мне бы сейчас мину бы поставить бы вот в эту часть. Так, давай, давай, мина, мина, побыстрее, есть. Вот все-таки она чуточку побыстрее грузится, чем обычная. Так, давай, сейчас разнеси всех этих зомби, бах, шикарно. Все, готово, и мы получаем первобытную картофельную мину. Класс, 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 квест комплит. Поехали. Я надеюсь, у нас сейчас найдутся какие-нибудь улучшения на эту мину, дорогие друзья. Это просто реально самая четкая вещь. Так, значит, вот эта минка прекрасная. Так, сейчас мы ее посмотрим. Хотя тут улучшение, еще надо поработать над этим всем. Хотя, смотри, я предлагаю сейчас выйти на карту и посмотреть, нету ли у нас каких-нибудь либо пиньяток завалявшихся. Может, там и как раз найдется какое-нибудь крутое улучшение на наше любимое растение. Так, да, скорее всего, такая тема есть. Так, отлично. Да-да-да-да-да-да-да, сейчас в скором времени прокачаем. Так, давай-ка все сейчас откроем. Так, окей. Так, 100 монет, улучшение на это, улучшение... Да блин, я хочу мину прокачать. Мне нужно улучшение на мину, да не на этого, ну ты издеваешься. А, зато на этот гриб. Ладно, хорошо, прокачаем сейчас гриб, дорогие друзья. Так, все, квестики закончились, то есть пиньятки. Так, ну, едем дальше. Едем дальше, дорогие друзья. Значит, где этот, вот он, этот грибок. Так, сейчас мы его улучшим. И посмотрим, как он будет работать на втором уровне. Так, ну вот этого убираем, потому что это, ну просто смех был. С этим горохострелом, он все-таки для Дикого Запада. Либо для Египта, но никак не для вот этого сложного мира. Так, что взять, что взять? Ладно, давай вот этот гриб попробуем. Я думаю, должно что-то из этого получиться хорошее. Так, погнали. Главное подсолнухи сейчас высадить. Так, давай, давай, давай. Вот, блин, этот подсолнух реально милый. Вообще все растения здесь милые. Мне очень нравится. Вот как выглядит стиль наших персонажей.
Вот уже какая у нас сотая какая-то там серия, и вот до сих пор очень круто, вот, и как-то радует, знаешь, вот не замыливается, вот, типа, вот, когда долго смотришь, наблюдаешь, вот, за растением, ну, вообще, в целом, вот, за каким-нибудь персонажем в игре, вот, не замыливается глаз, и вот... смотришь все время на даже на тот же подсолнух, как на что-то новое, хотя ты с ним уже играешь там с первой части и так далее. И вот не надоедливо, это самое важное. Так, назад. Отлично. Так, предлагаю сейчас высаживать подсолнухи хорошенько, чтобы побольше было солнышек. Так, вот тут давай-ка сейчас вот так разместим. Так, с грибом должно работать вроде как подольше и покруче. Так, блин. Давай, минка, картофельная. Давай, бах, есть. О, в смысле, как там-то прошел? Вот там внизу я не заметил. Так, ладно, быстро действуем. Главное сейчас все расставить поскорей. Да, да не сюда, куда ты ставишь? Так, давай сюда. Хоба. Так, давай-ка вот. Ай, да... Ну да ё-моё! Ладно, пофиг, пусть стоит этот гриб. Так, сейчас главное вот здесь все разместить. Так. Отлично. Все-таки эта картофельная минка успевает прям вовремя подоспеть. Ну вот реально, арахис классный. Так, стоп. Почему там так жрут сильно? Так, смотри. Предлагаю, короче, если сейчас будет жестко, мы кое-что применим очень крутое. Так, давай, грузи. Так, смотри, мы сейчас вот это поставим. Вот так сделаем. Да блин, подпихивает. Ну вот просто бесит то, что подпихивает. Стоп. Погоди. Опа! Гаргантюа. Так, давай-ка вот здесь минку. Бах, отлично. Все, поехали. Гаргантюа пошел ломать. Так, давай. Так, вот тут что-то прогрызли. Мне это не нравится, ну ё-моё. Так, отлично. Реально, за некоторыми зомбями, ну вот просто... О, в смысле, почему он так начал грызть? Почему он так начал сильно грызть? Нет, ну ты видел этот зомби вот с костью в бороде? Короче, динозавр рыкнул, он начал прям ускоряться, быстро жрать. Это думаю, чё за прикол в этих способностях дурацких? Так. А, там еще и два. Капец. Так, давай, грузи вот этих назад куда-нибудь. Жесть. Так. Грызуны, блин. Эти зомби. Самые настоящие грызуны. Так, давай. Убивай. Так, ну все, минка должна сейчас быстро справиться с этим зомбем. А хотя... Наши арахисы уже разобрались с ним. Так, отлично, давай-ка сейчас откроем эту пиньятку. Может, мне сейчас и выпадет улучшение на... На нашего прекрасного картофельного мина. Но, увы, нет, блин, не дают, ты посмотри. Реально не дают улучшения на него, и все. Так, ладно, едем дальше. Бум. Так, это у нас какой уже? Вроде 25 уровень, дорогие друзья. Так, хорошо, с этим грибом, ну, поигрались. Ну, в принципе, опять же, он помог, но серьезно его брать как-то не хочется. А, давай-ка попробуем лазер.
И... вот не хочу убирать я арахис, вот правда, вот эти растения, ну, самые идеальные для прохождения этого мира. Так, погнали, бум, да, 25-й день, Юрское болото. Стоп! Погоди-ка. Мне показалось, или там что-то кто-то новый стоял? Так, подожди-ка. Да, дорогие друзья, новый динозавр, он... капец, он незаметный. Капец, он незаметный. Ты... а что он будет делать? То есть, ну блин, и так достаточно динозавров. У каждого такие жесткие функции. Еще и этот какой-то весь колючий такой. Ну, на вид, типа, у него, смотри, что на хвосте какая-то вот, как будто это булава. Средневековая жесть. Погнали. Погнали, ребят, новый динозавр. Я вообще такого чего-то не припомню. То есть, некоторые динозавры, вот как этот Динорекс, попадался нам на аренах, а вот этот динозавр, вот. Вот этот динозавр нам еще не попадался. Нет! Нет, 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 это нечестно! Это нечестно! Это нечестно. Мы чё, так и будем играть? Вот. Стоп, а я даже не разместил растения. Я даже растения не разместил. Ты прикалываешься? А, только не ты. Не смей рыкать. Нет. Нет, 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 куда, спрашивается, зачем, как, почему ты так ускорился? Так, ну-ка, быстро. Быстро помре, блин. Вонючий зомбак. Да ну, почему их так много? Чёрт, куда... Я сглупил, дорогие друзья, надо было... Подожди, стоп, вот так. Так, ну-ка, так, так, хорош, все. Так, мне бы сейчас бы грипп использовать бы на вот этом всем деле. Так, капец. Динозавр, не напрягай меня. Так, ну-ка, а что он будет делать, если вот, типа, когда он под воздействием гриба... Так, спокойно. Спокойно, спокойно. Спокойно! Давай! Есть! Хорош! Так... Стоп, я походу просмотрел вот... Чё этот динозавр? Блин, он... Это реально самый странный динозавр, дорогие друзья. И вот это жопа, типа, вот когда тройная атака зомби идет. То есть смотри, я их назад отправляю вот таким образом. Он их подпихивает. Он этих зомбей подпихивает просто. Так, давай-ка сейчас. Вот, все хорош. Так, мне бы сейчас бы разобраться вот с этими всеми делами. Так, давай, давай, мина, ты сможешь хоть как-нибудь что-нибудь сделать там. Так, грызут они, конечно, быстро. Есть. Есть. Я даже этих не успел разместить. Лазерных бобов. Насколько все жестко тут. Так, ладно, смотри. Предлагаю, значит... вот так, разместить мину. Но вот проблема одна в том, то, что, смотри... все зомби... Так... Давай, давай, давай. Вот так, давай. Бах, отлично. Так, стоп. Ай, да... Чё я делаю? Капец. Так. Выгрызун, блин. Со страшно волосатыми ручищами. Ну давай, всё, 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 уже конец уровня. Всё, я победил, давай, всё, зомбак. Бах, бах, из лазера прям в него. Хоба-га.
Не, лазерный боб, дорогие друзья, сюда не пойдет. Во-первых, это слишком дорогое растение. Ну, как бы, если это был бы какой-нибудь мир выживания, либо что-нибудь, какой-нибудь квест, в принципе, это нормальный по цене боб. Но 175 солнышек мы не успеваем набирать. То есть нужно действовать быстро, особенно вот с этими дурными динозаврами, которые подпихивают, как катапульты этих зомби. Жесть. Так, ладно. Давай-ка сейчас напоследок еще один уровень запилим. Так. Значит, тут плесень. С плесенью, как мы знаем, дорогие друзья, нельзя ставить растения. Поэтому мы возьмем бонкс чоя и все. Не будем сейчас экспериментировать в плане растений. Еще сейчас там не хватало тут жопных проблем. То есть и так появилась большая проблема, вот этот динозавр. Так, давай, погнали. 26 уровень. Зомбис выходят искать мозги. Да. Главное сейчас успеть всех разместить. Так, на плесень нельзя класть. Да, вот в том-то и дело. Так, в этом вся и большая проблема. Так. Давай. Отлично. Так, ой. Так, ой, стоп, куда, я не успеваю, ты чё? Капец. Стоп, погоди. Да, типа зомбям по плесени можно ходить, но... Понимаешь, мы их не можем убить так с первого раза. Нормально, блин, а, ну... Черт, дурацкие динозавры, блин, раздражают. Так, смотри, если сейчас вот мы сможем загрузить вот так. Да ну, ты прикалываешься, я реально не успеваю. Так, ладно, смотри, вот так, давай, бах, хорош. Назад, блин, да. Жестко. У нас осталось всего лишь пару растений на нашей клумбе. Капец, так, хорошо. Давай-ка сейчас применять какие-нибудь тактики. Как бы нам выжить? Так, давай. Пусть уж там он заденет эту газонокосилку, но главное, чтобы не здесь. Так, вот этого сейчас мы быстренько сюда. Так, хорошо. Так, там зомби не идут. Отлично. Вот тут большая проблема. Да. Жестяк. Ну вот, как-то так, дорогие друзья. Все, проходим. И, значит, скоро доктор Зомбос. Суперски. Скоро у нас будет доктор Зомбос. Значит, дорогие друзья, спасибо за просмотр. Здесь мы как раз сделаем паузу на 27 уровне, значит, ну, он следующий будет у нас по счету. И тут как раз вот совсем осталось немного, и будет бой уже в следующей серии с доктором Эдгаром Зомбосом. На этом все, спасибо за просмотр, котики, подписывайтесь на канал, обязательно комментируйте, ставьте большие пальцы вверх, всем удачи, всем бай-бай.